По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова, часть здания регионального центра единоборств, расположенного в 103-м микрорайоне Улан-Удэ, временно переоборудуют в амбулаторный центр для оказания первичной медико-санитарной помощи больным с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19. Выбор расположения амбулаторного центра не случайен, ведь здесь проживает порядка 6 тысяч улан-удэнцев. Откроем 2 кабинета для взрослых. Один кабинет удобный для детского населения, плюс с заборным пунктом. И мы видим, что вот у нас вокруг окружающие квартала очень доступно, удобно будет здесь по необходимости получать медицинскую помощь для шаговой доступности нашего уважаемого населения Республики Бурятия. Здесь можно будет проводить общий биохимический анализ крови пациентов, экспресс-диагностику и ПЦР-исследование на предмет наличия либо отсутствия в организме вируса COVID-19. Руководство Минспорта Республики, в чьем ведении находится региональный центр единоборств, с пониманием отнеслось к вопросу временного перепрофилирования спортивного объекта. Здесь будут в некоторых площадях разместятся медики для того, чтобы побыстрее справиться с этим наплывом новой коронавирусной инфекции и быстрее мы вернулись к нормальной жизни. Запустить амбулаторный центр в работу планируют уже в понедельник, 31 января. Алексей Унагаев специально для программы «Вместе». Телеканал «Мир Байкал».